Здорово, 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 дружище. Ну там усаживайся поудобнее. Давно не виделись, братух, я понимаю. Я знаю, конечно, ты не особо скучал, но так типа поддержать меня, можешь лайк поставить, я буду тебе весьма благодарен. Выходит видео, давно уже что-то не выпадало из моего канала видосов с обновлением на Тайване. Я вас предупреждаю, это не обзор, я не хотел сидеть трахаться с этим переводом с китайского языка. Сука, мне IGG за это не платят, бля, пошли они в пень нахер. А вот, и как бы пройдусь поверхностно, да, просто познакомлюсь с обновлением, выскажу свое нахер никому не нужное мнение. Вы такое же мнение тоже нахер никому не нужное выскажите в комментариях. Почему нахер никому не нужно? А потому что наше мнение никто не слушает. Потому что IGG вообще насрать вообще. Что мы там хотим, что мы там просим. Им плевать вообще, из-за чего игроки выходят. А у них, знаешь, что там своя волна. Может, просто мы на разных уровнях, как бы. Я, понимаете, я не нюхаю кокаин. Да, и потому мне трудно понять вообще, чем руководствуются те люди, которые выпускают обновления в битве замков, да, как бы, возможно, если бы я нюхал кокаин, да, возможно, я бы стал их понимать лучше, вот. Но, к счастью или к сожалению, у меня нет возможности, как бы, воспользоваться таким видом просветления, просвещения, да, по разным причинам. И финансовым, и отсутствием времени, и как бы присутствием мозгов в моей голове, к примеру. Да, потому что я знаю, что такое хорошо, а что такое плохо. Не суть. Я нахожусь на аккаунте игрока под ником Хуйло в теме. Бля, подходящий ник, короче. К тем обновлениям, которые нам выходят. Сразу, что вот мы заходим сюда. Сразу же, что видно? Какая-то залупа добавилась. Окей. Тут мы что-то забираем. Это то ли очередная халява, то ли очередные ачивки. То ли это для новичков, то ли это задание, но если мы можем забрать, это, наверное, какие-нибудь задания, ачивки для новичков, которые, ну, типа, берут и всем выдают. Причем, смотрите, здесь уже часть роздана, может быть, подписчик мой, ну, типа, до меня забрал это. Подожди, что тут еще говорит? А, вот тут какую-то, да? Я что-то сделал, господи, тут какая-то, ух ты, со всех, ёпта, тут сторон что-то вылетают герои, на китайском что-то балаболит, не стой, и ты дальше это забираешь, окей, то есть, ну, реально, это, походу, какие-то ачивки, то есть, ну, единственный вопрос, почему это не на ратуше появляется, почему они это разделили, короче, пишите в комментариях, что это такое, ну, типа, окей, я не скажу, что это плохо, или хорошо, но типа допустим, да? Вот, дальше. О, это залупень перестала гореть. Давай, я когда вот захожу обновление, я такой сразу, надо зайти на базар, посмотреть вообще, какие новые ресурсы добавились, да? Типа, и тогда уже как бы можно рассматривать это обновление дальше. Ну, в принципе, я ничего не вижу. Здесь как бы все стандартно. Ну, они обычно в первые дни ничего не добавляют, да, в плане ресурсов, сколько обновления выходили. Ну, подожди, от кого это скин был? Ладно. Тут. А, это то, что халяву раздавали. Это уже подписчик. А это что за хуй? Ух ты. Оу, май! Камушки нужны для прокачки с 31 по 35 уровень. Вот просто, вот, а там не кокаин, там героин, походу, ёпта. Вы там шо, сука, вообще долбанулись? Какие же тупые дегенераты, ёб твою дивизию. Господи, а ёпта, сука, ну что ж там за мудак-то такой сидит? Что за мудак? Типа, окей, я так понимаю, это камни для прокачки прорыва, так? Так, подожди, зайдем на склад. Что я смотрел там этот гугловский перевод обновления, там что-то насчет этого не было. Ну да, это камни для прокачки прорыва с 31 по 35 уровень. То есть эти, блядь, дегенераты. И так пипец как усиливают этих героев, но им оказывается мало, и они придумывают типа 35 прорыв качать. Вы конченые. Вот вы просто конченые. Ну, я не знаю... Вот в вашем случае, знаешь, если разработчики других игр стараются, чтобы
ну, что-то делать, чтобы не уходили игроки, да, как-нибудь задержать игроков в игре, то в вашем случае лучше всего будет, если вы ничего не будете делать. Мне кажется, что если вы сейчас в ближайший год-два не будете выпускать обновления, как бы это странно ни звучало, но вы такие долбоебы и рукожопы, что игроков оставалось бы больше просто тупо за счет того, что вы не выпускаете обновления. Ну, потому что вы конченые. Вот я не... 35-й прорыв. Вы конченые, нахуй. Вот просто конченые, блядь. Я очень жалею, что разработчики не русские, что они китайцы, и как бы даже если посмотрят они мое видео, они не поймут, что они конченые. Вот просто конченые. Вот мне хотелось бы, чтобы они поняли, что они конченые. Вот просто конченые. Вот это реально. Я не встречал такой игры, чтобы, ну, вот реально, типа, IGG, вот просто вам совет бесплатный, хотя, сука, вы мне должны денег. А если вы хотите сохранить игроков в игре хоть как-то, да, чтобы они не уходили, вы просто, сука, перестаньте выпускать свои облеванные нахер обновления. Вот я вот, как бы, я еще, знаешь, я без негатива заходил такой, думаю, ну, елки-палки, давно не записывал видос. Ну, как бы надо записать видос, может, там что-нибудь интересно станет, да, сейчас я фау-фау-фау! Вот, и просто вот захожу, ёпту, и понимаю, что они конченые. Ну, я не знаю, как это объяснить. Может быть, базара ноль, я конченый. Я как бы, я не отрицаю. Может, там топ-донатер, еще кто-то обрадуется, такие, о-хей! 35-й прорыв! Я вот сидел, думал, блядь, на что ж донатить? Скучно стало. А вот, думаю, на что же подонатить, ёпта? А тут, опа, добавили ресурс. Теперь не скучно жить, буду на это говно донатить. Просто конченое. Давай, ладно, пошли по списку, короче, обновления. Ну, новый герой, голос печали. Ну, это как бы изначально период. Короче, какой-то из них это голос печали и колосс. Возможно, вот это колосс, сука, выглядит как... Залупа какая-то, я не знаю. Пародия на одного участника из «Фантастической четверки». Помните, там такой оранжевый был чувак, такой каменный? Вот это типа вариация от IGG. Я даже не хочу сейчас ломать себе мозг, перечитывать эти их невероятнейшие умения, когда уже выйдет обновление на русском сервере, тогда как бы мы это все и посмотрим. Ну, я так могу их вид, короче, типа, вот нравятся они мне или не нравятся, просто конченые. Не, ну, пофиг, ну, как бы, ладно, я тут единственное, да, респект художникам, то, что они, сука, уже сколько тут сотен, миллионов героев они добавили уже в игру, и они все равно каждый месяц каким-то образом, благодаря чему, не знаю, или таланту, или, опять же, кокаину, но они придумывают, скажем так, новый вид отображения новых героев. То есть, ну, типа, фантазии им, конечно, не занимать, но то, что они добавили возможность прокачки прорыва до 35 уровня, ну, они конченые, сука. Для меня до сих пор прорыв такой вещью остается, знаешь, мягко скажем, спорный, да, ее добавление в игру. Вот, окей. А новые таланты, святое семейство. Воу-воу-воу, ну да, ну как же, типа, все по красоте, блин. 35-й прорыв, два героя, талант. Вот еще чару вроде в этом обновлении не добавили. Описание умения. Восстановите X% обычной атаки колосса, источника энергии для ваших собственных героев и создайте X щитов, которые существуют в течение X секунд во время существования щита. Колосс энергии источник. Ой, господи, блядь, так типа Google Translator в рот тебя трахал, сука. Мировая компания, ты китайский язык нормально не можешь перевести. Дегенер. Просто Google, я хер знаю. Это. Вы там шо, это, блядь, идите, не знаю, сука, распуститесь. Такой перевод делать. Нет, я понимаю, вы бы там с какого-нибудь латышского не могли перевод сделать, что у вас тоже плохо получается. Но, сука, китайский язык, вы что, блядь, с китайского на русский перевести не можете? Вы дегенерат, Google. Блядь, у вас столько бабок. Google! Вон. Ну, мне подписчики, типа, накидывали, что, короче, выходит очередной имба-талант, вот, который там пиздец как будет отхиливать.
И, типа, возможно, это будет проблема. Рассмотрю его уже, когда непосредственно появится нормальный перевод. Я не хочу сейчас голословно, знаешь, тут что-то говорить, высирать, потому что будет обидно, если я сейчас что-то скажу. Ну вот, а это окажется не тем. Ну вот, посмотрим, что на... Ой, не знаю, на чем я остановился. Мне позвонили из гребаной другой помойки под названием компании Айкос. Вот. Просто тоже, тут тоже, блин, помойка, тоже попуски гребаные. Ладно, не суть, мы говорили по поводу таланта, мне что-то подписчики там накидывали, но я не хочу пока ничего комментировать, потому что у меня нету точного понимания, как этот талант будет работать, потому давайте все-таки пропустим, когда уже выйдет на русском сервере, тогда обсудим. Скин героя! Да, срал я на эти скины, господи, скины и скины. Раньше там скины было, да, когда их только добавляли, было интересно за счет того, что, ну, ты играешь долго определенным героем, тебе уже остопиздил вид этого героя, ты такой, ой-ка, и херак, выходят скины, тогда интересно, там, на какого героя скин выйдет и прочее. Ну, как бы был в этом прикол. А сейчас они, ну, с одной стороны, неправильно делают, да, они выпускают героя сразу, на него скин, а с другой стороны, типа, блядь, пошли бы в задницу, типа, нахер он нужен, этот скин. Не, ну понятно, зачем этот скин нужен, да? Но, тем не менее, как-то и сразу и герой, и сразу на него скин. Никакой, знаешь, никакой, как бы тебе объяснить? Никакой изюминки. Никаких предварительных ласк. Вот. Она прерывает. Окей, ладненько. Новая основная задача написана. Я, если честно, в рот не шатал. Что за новая основная задача? Кстати, тоже подписчик какой-то писал, что типа изменили здесь награды. Ну и... Типа чё? Окей, здесь ты шапку получаешь. Ага. Не, ну типа, если они будут давать, грубо говоря... Не, ну логично, если они здесь что-то изменили, то, наверное, они раздадут этих минотавров, там, разрушителей, шапок, чтобы им можно было реликвию прокачать. Это, наверное, логично. А было бы, знаете, что логично? Там еще каких-нибудь наград придумать. Сука, столько вложено бабок в игру, я хочу каких-нибудь наград новых оттуда получить, крутых. И, не знаю, там, героя, еще что-то, блядь, какую-нибудь тайку, вот, в стрингачах. Мне не важно, я хочу что-то там получить. Вот, а не только героев для реликвий, но окей. Если они вспомнили вообще, да, что они как бы добавили реликвии, да, и повторки минотавров и прочего говна некуда, неоткуда брать, и они тут добавили, то я очень рад, я очень рад. Ладно, идем дальше. Увеличьте сохраненные награды за достижение. Главный король разрушения, призрачный маг. Я не знаю, может быть, это имелось в виду или что, может, для новичков что-то какие-то квестики, ну, у нас тут, видишь, экран обрастает всяким говном постоянным. Вот, дальше, что у нас еще? Увеличьте боевое ускорение. Господи, блядь, пиковый уровень увеличивается на 5. Короче, пошел Google Translator в одно место. Оптимизация пользовательского интерфейса, основной функции интерфейса. Господи, блядь, вы, сука, игру оптимизируете, да они с интерфейсом трахаетесь. Уран уже давно перестал играть, блядь. Похер на эти там кнопочки, херопопочки и прочее, блядь, вы сделаете так, чтобы, блядь, перестаньте обновления выпускать, я уже сказал рецепт того, чтобы, грубо говоря, все нормально вообще было в этой жизни. Кстати, у меня тут подписчик в какой-то гильдии-то находится, ребята, да, кто играет на китайке, вступаем в гильдию под названием Миросвет, да, русские ребята играют. Фигачим туда, нахуй, к русским, да, идем, это вам латыш сказал. Я помню, меня в комментариях срали, типа, с какого хера ты говоришь, типа, наш родной русский сервер, если ты вообще, нахуй, латыш, нацик, пошел в пизду, блин. Сейчас ты мне будешь, блядь, говорить, что я, как я буду вообще высказывать. Так, отрегулируйте время воскрешения героев низкого уровня, то есть, окей, герои будут каким-то образом там... наверное, быстрее или дольше воскрешаться. Но это тоже, это, блядь, такая залупа. Ты как бы понимаешь, какая жопа наступает в игре. Они такие, блядь, давай-ка мы сделаем, чтобы там на пару минут герой быстрее оживал низкого уровня. Или подольше. Ну, типа, блядь, чё?
Ай, блядь, награды измените, сука, в локациях. Мне, я захожу на битву гильдии. Я захожу на битву гильдии только сюда. Все. Следующий сезон в Нарсию пойду. И все. Что мне в этой игре, блядь, делать? Скажите мне, дегенераты вы тупые. Оптимизированный механизм согласования. Настроить порядок разблокировок зданий. Может, что-нибудь они с прокачкой намудили. Вот. Поначалу я думал, что они увеличили. Типа там, я не знаю, хранилище до 30 уровня качать. Еще что-то. Ну, наверное, здесь что-то с прокачкой здания. Да сейчас вот реально, когда прокачка зданий стояла достаточно остро, они не шевелились, не пердели, вообще ничего из себя не высирали. То есть, когда реально мучились с ними, всем было вообще пофигу. Сейчас эти самоцветы стали более доступны для бездонатных игроков. А потом они уже убрали эту херь, что тебе 5 миллионов золота надо, чтобы там перевести героя за 180 уровень. А плюс 100-500 этих молоточков раздается бесплатно. Вот, блять, вот сейчас вот надо что-то со зданиями делать. Вот именно сейчас, не 2, не 3 года назад, а вот именно сейчас надо там что-то со зданиями делать. Вы, блядь, тупые, вы конченые. Вот вы конченые, я не понимаю, кто вам этот тудулист составляет? Кто этот план действий составляет? Сука, у вас вы в Китае или в Эстонии, я не знаю, кто из вас прибалт, я или вы, господи? Типа, камон! Через 3 года додумаетесь поменять награды в лабиринте или что? Как можно быть такими тупыми, блядь? При чем тут сейчас здание? Со зданиями все нормально, блядь. Уже все эти молоточки, хероточки, вообще плевать, все нормально, быстро качается. Уже давно это все не парит, господи, пиздец, бля, если сравнивать с тем, что было раньше. Раньше годами качали, понимаешь? Сейчас это хватит молоточки туда-сюда, раз, два, три, плюнул, кончил, все нормально. Настройка порядок разблокировки зданий, верхний предел, ну это они увеличили, короче, на складе, да? На складе они увеличили тут эту херобору. У-ху! Вот, я замаскировал свою зевоту. Что-то тут не хватает. Ну, что-то со склада убрали. А, знаешь, что я не вижу? Я скинов не вижу на здание. Вряд ли в игрока типа скинов нету на здание. Может, они что-то со скинами намудили. Типа... Подожди, информация. Ну везде скины по... А, стой, вот, смотри-ка. Здесь показывается, типа, что они есть. Здесь, типа, что их не хватает. А здесь я никаких скинов не вижу. А, смотри-ка, они все... Ну, окей, они решили разгрузить склад. О, божечки, спасибо вам, спасибо. Я обязательно начну чаще заходить в битву замков. Вы разгрузили склад. Вы думаете об игроках. IGG просто, блядь, пиздец. Респект вам! Респект. Ну, еще раз говорю, это был не подробный обзор. Я в рот шатал сейчас. Я не переводчик китайского. Сидеть и предугадывать, что там Google Translator имел в виду, у меня особого желания нету. Никого напрягать тоже с переводом не хочу. А вот, кто досмотрел мой высер до конца, огромнейшее вам спасибо. Я думаю, что я заслужил лайка, потому что я невероятно старался. Вы сами видели, блядь, все по сценарию. Сценарий 3 недели писал, ёпту. Вы видели, какой монтаж? Мне на Мосфильме монтаж этого видео делали, ребят. Заплатил 3 миллиона. Тому как бы, камон, если ты не подпишешься, там лайк не поставишь, колокольчик не долбанешь, на стрим по GTA не придешь, то, ну, ты пиздец, ну, ты что, просранный, что ли? Пиздец, 3 миллиона на Мосфильме отдал, чтобы этот великолепнейший просто ролик смонтировать. Бэткомедиан вообще курит в сторонке, короче. Удачи тебе, смотри только качественный мой контент. Ну, куда уж, ну, как бы качество, творчество, все мы любим, да, это же битва замков, ёпта. А вот... Типа, пиши в комментариях, что ты думаешь. Может, ну, расскажи о тех вещах, которые я недорассказал. Но, в принципе, после того, как я увидел вот эту вот залупу, мне уже хотелось выключить видео. Всем пока. Ну, то есть, как бы не выключить видео, а прекратить запись видео. Пока.